Ну, во-первых, слушая ваш отчет за 23 год, я не мог для себя не отметить страну вашего, ну, отряда подручавшего, в нем долго смотреть, почему долго смотреть. И не может меня не радовать, что некоторые ошибки и просчеты вы сами видите, понимаете. Во-вторых, я не буду задавать вам конкретных вопросов. Вы знаете, что мне для этого требуется присутствие всего депутатского корпуса, если я в любой момент задать. Обращу внимание просто на буквально один сложный момент, который сам для себя отметил, плодотворный в его хронологии. Первое, это все-таки паспорт готовности. Я понимаю, что официальные претензии Ростехнадзора, они, по крайней мере, эти бумаги мы с вами увидели, они больше касаются нашего ресурса, потому что наша Мазанская Березка, ну, уже тоже отметили, добавили, что со своей стороны меры не приняли, будем надеяться, что паспорт мы получим в 2024 году. Эффективность использования бюджетных средств и контроль за реализацией нашего проекта. Тут я не буду останавливаться, как мы все понимаем, каких мер, каких ситуациях идет речь. И тоже буквально, ну, как бы, как возможно, ваше поручение вашим специалистам, отвечающим за это направление, сначала в отчете вопрос выделения сертификатов сироту. У меня просьба не только в их предоставление, а их последующую реализацию этим сиротам, потому что у нас сократился срок, мы его используем больше год. Сейчас вы знаете, насколько полно сервис. Это неплохо бы, если бы ответственные работники администрации в это тоже выехали. Вот так.